А вот в Мариуполе по рекомендации силовиков крестный ход отменили. Местные власти считают, что шествие вполне можно провести в другой день. Почему крестный ход в день воскресения Господня отложили на потом? И как воспринимают это верующие? Разбирались наши корреспонденты. Пасхальный крестный ход верующих Мариуполя местные власти решили отменить. Мол, боятся провокаций. Организаторы шествия ранее обратились к властям города с просьбой обеспечить безопасность. Но в ответ получили отказ с рекомендацией провести крестный ход в другой день, когда-нибудь потом. Ми не можемо ризикувати життям та спокоєм наших городян, містян, тому рекомендували даний захід перенести на більш спокійний час і провести його, коли вже настане мир в нашей Украине. Городские власти кивают на силовиков. Вескать, в полиции порекомендовали, но там от каких-либо запретов открещиваются. Я к полицейским могу только одно сказать. Мы относимся ко всем конфессиям довольно демократически и к запретам отношения не имеем. Но заверяют, что у них есть секретные данные, что радикалы готовят провокации. Правда, какие именно, не уточнили. Но предупредили, меры безопасности усилены. Для охраны порядка вывели около 700 правоохранителей, ограничили движение транспорта и усилили блокпосты. Я также хотел обратиться к гражданам нашего города Мариуполя, к местным и гостям, о том, чтобы они с пониманием относились к тем вынужденным мерам повышенной проверки, которые будут предпринимать сотрудники полиции. Но верующие сокрушаются, можно ли пасхальный ход взять и перенести. Не будет. А чего? Отменили. А не разрешают. Собора, который на новоселок 10-Никольский. Его отменили, да? Отменили. А вот другие массовые мероприятия в городе все же разрешили. К примеру, грандиозный слет байкеров. В город съехались несколько сотен мотоциклистов из соседних областей. А также на Театральной площади провели семейный флешмоб. Раскрась пысенку. Чем опаснее крестный ход, верующие не понимают. Андрей Кравец, Николай Рябченко. Подробности, телеканал Интер, Донецкая область.